а я все помню, как сейчас. Что-то юнский день, какого не ожидал. А я еще как раз последний экзамен сдал. Первый курс закончил. Такой радостный был. А тут у радиоточки все собрались. Стоят, слушают, молчат. Я домой пришел, мать в слезах, отец еле держится. Обнял, помню, меня крепко. Сегодня 22 июня. А через день меня призвали. Провожать меня все родные пришли. Столько народу было, но долго прощаться нам не дали. Я, когда в часть приехал, сразу письмо свое написал. Определили меня в пехоту. Обучали нас военному делу всего-то несколько дней. Но старшина попался толковый, как мог нас подготовил. Первый бой помню до сих пор. Буквально по минутам. До этого дня дожили.